Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, уж дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в новый Ассасин Истоки. Давайте, ребят, смотреть. Новое задание «Да хранит тебя ОМОН». Как вы видите, дополнительные я уже все прошел. И давайте, черт возьми, уже поменяем снаряжение, потому что я знаю, по-любому вы там писали, смени, по-любому смени, а я все не менял и не менял, так что давайте, конечно, сменим. Итак, у нас есть боевой лук и охотничий, да? Точность, шанс критического попадания. Так, и дальний бой вот этот вот можем поставить, в принципе, но он, по идее, получше. Так, во-первых, у нас есть костюм еще клевый, легендарный. Давайте, пустынная кобра. И транспорт. То есть, за место, получается, верблюжонка мы можем... Клыкач. Этот жеребец с угрожающими торчащими клыками вселяет ужас в сердца врагов. Седло, покрытое кожей змеи, так и манит вас. Оу, клево. Так, мы можем с вами так-то урон в дальнем бою. Позволяет нести больше стрел. Колчан. То есть нам надо наруч, нагрудник, урон в ближнем. И здоровье. Смотрите, кстати, как влияет здоровье-то, а? Ладно, ладно, щит. Еще щит, кстати, насчет щита. У нас самый лучший первый, легендарный. То есть хорошо, что я его брал. Ладно, все, ребят, мы с вами вооружились. Причем очень так хорошо. Можем идти, наконец-то, на задание. Вот. Ну, и, естественно, протестируем нашего жеребца. Ого. Это то, о ком я думаю? Так. Ну-ка, погнали, погнали, вперед. Ни хрена себе, у него прям торчат, как эти. Офигенно. А, посмотрел, ребята, сколько всего здесь актов. Здесь 4 акта. А это получается только пролог. Получается, ребята, будет очень долгая игра. Вот что я скажу. Нам еще плюс надо троих еще замочить. Это, кстати, основная цель. Жреца фараона. Так, вперед. Когда соберетесь покинуть Сиву, поговорите с Хэп Зефой. Ага. Так, спешится. Всем приятного просмотра и аппетита, естественно, желаю, братишки, что вы там кушаете вкусненько. Обязательно проверь, ничего ли не забыл. Так, ничего не забыл, вперед, потому что дополнительные все задания мы уже выполнили. Идти. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В Библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байк, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. Я сейчас тоже свой комментарий скажу. Нормально. Самому тоже вообще так бесит борода. Просто... Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно. Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? Вернись. Ух ты! Лейла, ты слышишь? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну? Как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое.
Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Блин, это круто! Я думал, у нас не будет вообще анимуса и ничего. Ох, блин. Так, взаимодействовать мы можем. Блин, да мы только что от компа же отошли. Так, документация, анимус, справочник, полевой инструментаж, дерзай знать, истина, чертежи анимуса. Кстати, новый анимус. Хм. Почта, изображение, аудио. Так, тут никаких, тут нету таких плохих фоточек. Это, блин, ни одного страйка уже хватало. Нью-Йорк, 89-й. Вступление, пропавшие файлы. В свои годы я повидал немного всякого дерьма в Абстерго. А, ребят, ставим на... Ой, блин, тут капец их. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ставьте, ребят, на паузу, либо мотайте. Вот хорошо, что это не стрим, потому что вы можете спокойно пропустить, если что. А вот кому именно вообще вот прям капец как интересно, ставьте на паузу, ребят. И проглядывайте вот это все. Видите, несчастные случаи какие-то. Здесь письмо Лейла. Вступление. Из Абстерго еще вот тут вот. Просто капец. Ну, я как бы для вас стараюсь, ребята. Так. Двойную порцию деревенской подливки? Да, подливки. Угу. Из этого, из Witch Dogs, напоминает Иден Пирс. Это он? Он очень похож, посмотрите. Запись камер наблюдения из Чикаго. Капец. Так, Дезмонд Майлз. Ну, Дезмонд, да, я знаю, да. В Риме. Что с ним произошло, почему он сбежал? Жалоб пациента нет. Так. Внимание, разыскивается, 25 лет, рост 180. О, как у меня, офигеть. Капец, я даже взвесился, сходил. Я вешу, короче, 73 килограмма, а он 88. Офигеть. Он должен быть реально полноватым таким. Это просто капец. Последний раз замечен 1 сентября. Либо у него должны горы мышц быть, а у него их нет. Или кость у него, что ли, такая тяжелая. В общем, не знаю. Они скоро будут здесь, я люблю тебя. И вот последнее. Запись камер наблюдения в офисе сделана несколько дней назад. Смерть объекта 17. Зачем он нужен, Абстерго? Капец. Ну и всякие вот такие вот сработало. Ну, побочный эффект, конечно, отстой, но мой портативный анимус работает. Блин, клево, портативный анимус. Тут ничего нет. Полевой инструктаж, ребята, читаем. На паузу ставим. Блин, я надеюсь, это кому-то нужно, иначе... Сейчас самое забавное, что все уже, наверное, пролистали, блин. Вступление ДНК. Ну, если вы читаете, напишите. Даже смотрите сейчас. Напишите. Капец. Всякого различного. Тут ведущий научный сотрудник, доктор. 13 августа, господин директор. Полная чушь. Вообще мой друг, доктор Клинтон. Жесть, просто сколько писанины. Сколько просто писанины. Займу memory. Прикольно. Че еще там есть? Типа получше? Сурогап объект 0. А, анимус новый. Так, че еще есть?
Да, вот этот я уже помню. Вот этот я помню, да. Прикольный. С первой части. Так, ага. Понял, понял. Так, что еще там? VR-технологий. И вот последнее. Это портативный. Animus модели R8. Ладно, все, ребят, надеюсь. Иначе тут, да блин, тут просто... Сидя в туалете и читая последний номер Wired, я провожу время с большей пользой, чем большинство сотрудников лаборатории. Так, все, я не могу это уже смотреть. Ёб твою мать, да... Бля... Нет, это невозможно. Все, магазин, что за магазин? А, получите больше драхм, получите больше этих. Понятно. Тут даже тут есть микротранзакции. Офигеть, офигеть, просто жесть. Ладно, все, погнали, погнали отсюда. Я не хочу, честно, я не хочу больше. Столько читаний. Я даже не выдержал. Не забудь протереть спиртом. Жаль, что не могу помочь. Ты очень мне помогаешь. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. 5%. О, 1%. Вы хотите вернуться в Animus? Сейчас, погодите. Ди всегда кладет мало еды. Мне просто интересно, что же здесь. Это прям как Лара Крофт. Смотрите, нифига тут. Приди ко мне днем. И мы пойдем домой. С кем ты говоришь? С мумией Байка. Мумия Байка? Да, она болтушка. Она его подключила, вы понимаете? То есть это... Получается, не предок. Можно просто подключаться продолжим. К мумиям. Это так круто. Аккуратно. Жесть просто. Сколько мы, конечно, времени потратили, ну... Притом, ну... Так-то интересно было, то, что посмотреть на вот эти вот анимусы, какой старый там был, как, не знаю, стоматологический, такое стоматологическое кресло, немного пугающий анимус. Ну, вот этот прикольный, да. Итак, магазин. С помощью магазина вы можете внести разнообразие в игровое. Ну, здесь вы доступны. Мы рады предложить вам 200. Спасибо, Ubisoft. Целых 200. Отправляйтесь. Так, желательно уровень 10. Так, ух ты. Блин, это не очень круто на самом деле. Это не очень круто, что у нас такой уровень. То есть надо было все-таки подкачаться нам. Потому что будет нам сложно. Я найду обоих. Желательно 10. Здесь живет мой друг Минихет. Возможно, он в храме. Как и всегда. Почему так у меня, правда, верблюд? Я вроде на другом. Пласть-то. Ездил. Так, а как мне сменить? А, вот так вот. Меняется. Стоп. Открыта новая область. Вот, и новое задание у нас тут. Я думаю, к нему подойти, потому что нам нужен опыт, ребят. Конечно, можем попытаться, но... Не хочешь мне помочь? Сехмет благосклонна к щедрым. Так, давай посмотрим. Меджай, помоги, я заплачу. Что случилось? Вчера
Мой дорогой Клавдий поплыл на лодке через озеро осмотреть руины, и он не вернулся. Этим трусам не понять женского горя. Умоляю! Я найду его. Поспеши, я буду здесь. Так, вернуться на основной экран, продолжить, понятно. Просто где тут магазин-то, мне интересно, предметы, папирус, чаша бога, охотничьи продать, та-та-та-та-та. Во, а вот здесь вот магазин есть. Получите больше драхм, получите драхм, чтобы открыть новое снаряжение, костюм и многое другое. Настройте своего персонажа, вот мне, что за экономия времени. Кредиты Хеликс куплено. Ага, экономия времени называется. Очки способности мы можем купить. А карта кругов камней. Открывать местонаучие созвездия. Карта убежища. Ух ты, блин. Что еще есть? Снаряжение. Ну, понятное дело, снаряжение нам никакое. Тут серебряный ветер. Ух ты, он-то намного покруче будет. Смотрите, 27-й, 25-й. По идее, это, конечно, все экономия времени. То есть у нас чем круче, тем мы быстрее пройдем. В этом-то прикол. Дополнение. Так, это у меня, слава богу, есть. Кредиты Хеликс. Куплено. Что там у нас? Куплено. То есть я могу его получить. Баланс кредитов. Снаряжение. Наборы. Что там еще у нас есть? За 200 просто я единственное, что я могу. Вот 2000 драхм получить этих. Получить. Куплено. Ага. Ну, у нас еще так-то есть. Так, ну хорошо. Я просто хотел посмотреть, может там на опыт у нас есть, типа, чтобы быстрее, типа, прокачиваться. Так, задание. Ух ты, у нас, смотрите, желательно 6-й. Скрытый налог, засада в храме, 900 единиц опыта. То, что нам нужно. Вот оно. Так, и у меня новый меч получается, да? Цели, снаряжение, снаряжение. Так, он на самом деле-то не такой крутой уж, этот меч, клинок. Кровотечение при... Урон от критического удара, кровотечение при... Отравление при попадании. Так-то у нас... Вот это неплохой. Неплохой у нас так-то меч был. Не знаю даже, этот лучше или нет. Потому что... Черт. Там еще у нас какое-то задание есть. Видел мою книгу мертвых? Ну давайте поговорим тебе с ним. Тебе не попадалась моя книга мертвых, Меджай? Когда-то я купил ее в Мемфисе. Нет. Что случилось? Беда. Воры пришли со стороны дюн. Их главарь заметил, что я дорожу книгой, и забрал ее. Я чуть не умер от горя. Я помогу. Я не боюсь воров. Тебя мне не спаслали сами боги. Книга поможет мне воссоединиться с женой. Вот ты, отец. Пойдем домой. Но Меджай хочет мне помочь. Да? Ты пойдешь искать книгу? Что ж, чудеса случаются. Иногда. Да, потому что даже я сам, на самом деле... Не знаешь, куда воры направили? А, да. Главарь сказал остальным... Ждите меня. Блин, так-то, слушайте, походу предыдущий меч-то лучше был, потому что раз идет... Надо все-таки посмотреть. Посмотреть, ребята! 10-й, желательно 8-й уровень. Сколько там? 600 единиц, 900 единиц. Так. 0 из 15, блин, мало. Легенда. Вот у нас что есть. Отравление при попадании. Булава. Блин, но она же вот именно то, что отравление при попадании. Клык разрушает все, к чему прикоснется. Этот меч может стать причиной настоящей катастрофы, а может ее предотвратить. Течение 1. Тут 3-2. Так. Баги. Вот так встреча.
Я думал, мы тебя еще долго не увидим. Мир тебе, Минихет. Как поживаешь? Мои дети растут не по дням, а по часам. Ну а мы с женой вечно в делах. А ты? Есть новости, а? Нет. Я забылся. В твоей жизни невероятно много запретных тем. Извини. Судя по виду, ты многого достиг. А, да. Верховный жрец сделал меня своим помощником. Но поверь, это не самая интересная новость. Ты обязан увидеть наш храм. Покажешь мне? Конечно, конечно. Приходи, как сможешь. Так, поговорите с Минихеном, чтобы начать обход. Готов осмотреть наш чудесный храм? Веди, Минихет. Прости, верный служитель богини. Можно по имени. Ты почти член семьи. Ведь раньше здесь были заброшенные руины. Теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы. Что привлекает в Мау все больше богатых транжир. Удачное описание александрийцев. А что говорит твоя вера? Признаю, иногда это бывает неприятно. Меня одолели неприятели. Тихие, как тени. Дядя Байек! Дядя Байек! Здравствуй, Байек. Отрада мой... Жизни, вы что же, сбежали от своей матери? Подними меня, дядя Байек! Видите, не обязательно нападать со спины, если вас четверо на одного. Ты же говорил, нужно использовать любую возможность, если враг опасен. Да, да, да. Я очень... Опасен! Прячьтесь! Ибо странник идет по следу! Так, чтобы призвать... найти... Серьезно, надо найти детей? Ладно. Так, 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 так... Играет. Где-то тут. Все, отлично. Нифига, как они быстро ушли-то. Так, один вообще рядом. Вот он. Попалась. Теперь ты прячься. Выходи, Найла. Ты мешаешь жрецам. Ну-ка, она за мной пойдет. Найла, зачем идешь за мной? Чтоб ты не потерялся. Храм большой. Блин, смотрите, она и вправду за нами идет. Нет, уже не идет. Так, привет. Я на камень. Хасина, всё. Живо спускайся. Но ночью отсюда можно будет посмотреть на звезды. Дверь, ты встретишь смерть от руки могучего... О, блин! Творца. Сорис, назад! Твой отец звал тебя домой. Да, это что-то было опасно так-то, ребят. Блин, все-таки мне тот кинжал больше нравился. Он вообще такой прикольный, клык. А я лучше с тобой погуляю. Так, а это-то вообще в подземелье каком-то? Или... подземелье? Эва, как ты умудрился там оказаться? Хотел спрятаться, а теперь не могу выбраться. Мне страшно. Спокойно. Сейчас я помогу. Только не говорите, что это канализация египетская. Так, и чё, как его? Кеба застрял в колодце. Нет, это, конечно, великолепно, только... А, проломить стену, вот оно. Сюда.
дядя Байк. А вроде бы всех это скрыл. Так. Вот такой вот даже квест есть, ребята. И за это мы получим нехилый опыт. Все-таки, мне кажется, оригинальный перевод намного лучше. Мне и в комментариях писали, типа... Ты взгляни! Так, ну... Подделка с твоего рынка! Как это ты ничего не знаешь? Я не слежу за делами на рынке, так что лучше поговори с торговцем. Ха, жрец, ты так же фальшив, как и ваши мумии! Минихет, я привел твое семейство. Спасибо. Что он хотел? Наши гости так любят покупать реликвии, что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу. Я не торговец, но они приходят со своими жалобами именно ко мне. Здесь нужна твердая рука. Так, задание выполнено. Отлично, засада. Так, ложный обряд. Встретитесь с торговцами на рынке. У нас до сих пор 7-й уровень, что ли? Блин, я думаю, хоть один я... Так, книга мертвых, 600 единиц. То есть, видите. Ну, давайте ложный обряд, я думаю, выполним. Некоторые торговцы могут рассказать о фальшивых мумиях. Ага, прогресс расследования. То есть, просто по идее, вот, поговорить. Мы специально выполняем эти задания для того, чтобы было проще. Мумии фальшивые. Похоже на детскую подделку. Здравствуй. Я рад приветствовать тебя, Нед. У нас есть все, что можно пожелать. Скажи мне, ты слышал что-нибудь о фальшивых реликвиях на рынке? До меня доходили слухи, но это все чушь. А теперь тебе лучше уйти. Так, вот так вот. Что-то не особо нас тут... Расскажи о фальшивых мумиях. Не впутывай меня в эту историю. Я от Минихета. И твое молчание оскорбляет его и богов. Ох. Я не хочу гневить ни его, ни богов. Нас заставляют продавать фальшивки. Грозят уничтожить товары. Кто это делает? Давай поговорим потом. Встретимся ночью на краю деревни, у поля. Она похожа на детскую так, поделку. Так, говорите ночью с торговцем. Торговец прибудет ночью. Вот, для этого нам, конечно, нужно прокачать эту способность. Вот я специально так и думал. Не хотел я качать... Рассвет. Огненная бомба. Что это такое? Бросить бомбу, чтобы поджечь противника. Чтобы выбрать бомбу, удерживайте 4. Торговец. Вы продаете охотничьи травеи на 25% дороже? Ух ты, пироман. Урон от огня. Усыпляющие дротики. Офигеть. Берсерк. Покупка материалов. Проверить... Так, увеличит урон от ваших инструментов. Гнилой яд. Приручение зверей даже есть, ребята, посмотрите. Так, ну и это мне, конечно, нужно. Так-то. Воин пустыни. Так, ну у меня уже, конечно, ноль. Так, усыпляющий дротик. Это, конечно, круто. 4. И луком попробовать. Да, видите, у меня усыпляющий дротик теперь есть. Так, а если тут... Нет, нам нужен специальный, видимо, лук. Сейчас я разберусь, ребят. Атакующий бегемот, лук, весомый охотничий лук. Редкий боевой, боевой лук. Ну, по идее... Да, это охотничий лук. Хищник. Угу. Только если хищник, понятно все. Другой, другой, конечно. Так, ну ладно, пойдем дальше, ребята. Вперед. Ночью.
Ну-ка, если стоять, медитировать, да, будет ночь. Все, пойдем. Ой, кто это? Господи, коровы умерли! Твою мать, что с ними случилось? Они просто упали и все. Что за бред? Нет, ну как бы, знаете, баги случаются в этой игре, и это весело. Не знаю, почему, но тут вообще капец веселые баги. Так, он здесь, да? Разрушил. Торговец пути написано. Взаимодействовать. Бакет, ты один из лучших торговцев, кого я знаю. Продолжай в том же духе. Мы планируем отправить тебе большую партию мумий. Их нужно сбыть до конца месяца. То есть какие-то крысы сбывают. Да че он не может мне... Именно дома ему надо сказать. Торговец в пути. То есть получается надо. А во-во-во-во-во! Привет. Нифига, он как быстро бежит. Так, торговец ждет вас на месте. Друг мой, я рад, что ты все-таки пришел сюда. Эй, присядь, выпьем с тобой вина. Обойдемся без этого. Эх, чудесная ночь. Давай насладимся прохладой, прежде чем начнем говорить о делах. Слушай, я не для того сюда пришел. Скажи мне, откуда берутся фальшивки? Ну, понимаешь, все совсем не так просто. Многие замешаны в этой истории, но все они скажут тебе лишь одно. Жалейте доверчивых, ибо ждет их лишь боль. Коли ищешь зло, завсегда... Я так и знал, вот честно, я так и знал. Я думаю, что это такое, насладиться, винца выпить. Чё-то не то, сука, блядь. Все понятно. Сдохни, проклятый Меджай. Так, ладно. Да, он достойный противник. Блядь, вот только заплатит своей жизнью. Сука, чё за хрень? Сейчас мы узнаем, какого цвета у тебя кишки. Да, слушайте, нам надо повышать. Отравление, кстати, неплохо работает. Киса? Пожалуй, такой славный воин достоин знать правду. Говори, или разделишь судьбу своих друзей. Угроза это лишняя. Среди дюн, на юго-востоке. Там лагерь, где делают фальшивые мумии. Думаю, теперь ты уничтожишь его. Зато пощажу тебя, согласен? Так, найдите лагерь разбойников. Чё-то как-то маловато опыта для такого задания-то есть, честно. Во имя Ра. Какой позор. Так, где мы скакун? А я думаю, чё, почему он там где-то на месте не мог сказать? Ну, понятно всё. Ещё и ночь. Притом, кстати, на нас напали 6-7 уровни. И прикол заключается в том, что... Так, ну, понятное дело, что мы... На самом деле я не особо хочу по-тихому. Да, я. Че, он запалил, нет? Че, он не увидел, что ли, вы хотите сказать? Никого. Так, усыпляющие дротики. Эй.
он его разбудит, наверное. Блин, он... ну это вообще нечестно. Так. Я выпотрошу тебя. Я вижу врага. Ах, тихо. Ну, Миджай, ну... Ой, Миджай, ну что ж такое-то? Вот тут вообще, конечно, боевка. К сожалению... Я не знаю, куда он пошел, честно. Ну и, конечно, я потратился быстро. Пусть уходит, ладно. Так, отлично. О, щит мы, кстати, получили. Так, надо уничтожить, да? Он реально уходит. Я не знаю, зачем он. Куда он пошел? Так, что там можно было нести? Вот оно как. Вот я думаю, того убить. На этих плевать, а вот того стоит убить. Так, сейчас мы его... Да, наконец-то намного проще. Видите, смотрите, он же, получается, умирает от заражения. Я прав или не прав? Что-то он не особо. Так, 200 единиц, это неплохо. То есть, прикиньте, за одного человека 200 единиц. И плюс охотничий лук мы получили. Так, теперь можно поговорить. И за это мы получим 600 опыта. Ну вы серьезно, ребята. Причем сколько времени прошло, и за это мы... 600 опыта. Я надеюсь, там нам накинут. Пробивая защиту. Нажмите, чтобы нести мощный удар и пробить защиту. Если у противника небольшой щит. Стражи поджигают жаровни, чтобы вызвать подкрепление. Но если вы заранее подложите туда мини-ловушку... Так хотя бы у нас сейчас будет новый уровень. И мы с вами пойдем на босса. Обязательно. Я проверю. То есть можно ли с 8-м, допустим, уровнем легко? Нам будет нелегко. Хотя вот по требованию там нужно 10-й, а у нас еще только 7-й. Так, ребята. Понятно, тут не пройти. Да... Нет. Спокойно. Как мне облегчить бремя старого друга? Сегодня мы устраиваем чудное представление. Наша богиня Сехмет
будет защищать людей от хаоса и света. Но Паму, нашего актера, мы не можем найти. Верховный жрец непременно возложит вину на меня. Я помогу. Хвала Сехмет. Его дом у рынка. Но сперва ищи в таверне. Мне так стыдно снова просить у тебя помощи. Вот, задание выполнено 600 единиц. Любит выпить. Да, 8 уровень. И теперь, получается, мы с вами... Ага, легендарный костюм. Ух ты! Легендарный костюм. Несущую смерть. Надо. Надо по-любому, ребят. Я думаю... И плюс сколько там? 800 единиц? Ну, уже побольше. Недалеко. И причем просто поискать. По идее, конечно. Лучше погибель. Так, клинок погибели. Да-да-да-да-да. Чего-то я хотел посмотреть. Инструмент, усыпляющий дротики. Нам бы это вот поохотиться, что ли. Сумка для инструментов. То есть, видите? И здоровье по-любому надо прокачать. Крокодиловую кожу еще. Особенности воин. Парирование. Отразите удар, нажав Е. Блокирование щитом. Парирование. Смертельная ярость. Усиление мощного удара. Удар в воздухе. Угнать. Адреналин. Не, парирование по-любому. Так, новое задание. Отразить удар, нажав Е в режим выкинуть щитом, что мы нанести? То есть получается вот... Блин, ну проверим мы с вами. Так. Где-то тут что ли? Паму любит выпить, он может быть в местной таверне. А чё, мы не можем там сыграть актера? Я помню, в Ведьмаке 3 мы, кстати, играли за место это, какого-то актера. Там было очень смешно. Ах, Ведьмак 3, конечно, навряд ли переплюнет Ассасин вообще когда-нибудь. А вот и пан. О, как же разит пивом. О, спасибо. Уже полдня пытаюсь его выдворить. Спит засранец. Ну точно спит, потому что, блин, глаза-то у него открытые. Ну-ка, братан, сейчас ты у меня проснёр. Ой. Прости. Сейчас ты у меня проснешься, сейчас водичку я тебе. Оп. Братишка! Ох, хрен вообще, ничего не берет. Вот за яд твой алкаш какой, а? Так, теперь вопрос, как нам отсюда? Как нам отсюда, конечно, выбраться? Слава богу, вот можно. Ты прикиньте, завалил бы задание. Капец. Ничего его не берет, а? Да, алкоголизм это страшная вещь, на самом деле, ребят. Если вы замечаете то, что вы каждый день вот прям не можете без пива, да... Прям любой вечер, ну, я понимаю, оно скрасит, как бы, ваше существование и времяпрепровождение, там, если у вас девушка еще, при том, выпить, там, не грех. Но каждый вечер, если вот заметите, то лучше переставать, ребят. Можно спиться. Я тоже один раз, помню, плевал так, типа, да нет. А потом вот заметил. Сейчас уже, правда, не пью, но... Советую не пить, ребят. Ну, много. А, немного можно. Так, все, принес я. Это Паму! Что с ним случилось? Напился. Произнес слишком много лестных тостов во славу Сехмет. Но это ужасно! Люди шли из Красной и Черной земли посмотреть на бой. Если нужно просто драться, я помогу.
Правда, Миджай? Так ты смог бы уберечь меня от позора. Поговори с верховным жрецом во дворе. Он расскажет, что делать. Дайте угадаю, там какой-нибудь постановочный бой такой не очень хороший, и легендарная броня, наверное, окажется полным дерьмом. У меня вот такое предчувствие уже есть. Это, знаете, как в Булли. Помните, да, игрушку клёвую Булли? Там щелкунчик, костюм щелкунчика нам дали. Это просто жесть. Вот у меня сейчас такое же чувство. Верховный жрец. О, у него прикольная шляпа. Я буду биться за Сехмет. А где Паму? Сехмет играет он. Паму не смог. Он лечится в храме. Ладно, иди за мной. Так. Сейчас еще, знаете, как бои будут у нас открыты, типа... О, нет, прикольная, слушайте. Зря я говорил, посмотрите. Не бойся. Я не опозорю великую Сехмет. О, избранник Сехмет, несущий пламя на просторы Египта. Ну? Мы счастливы, что ты с нами этой священной ночью. Сейчас мы станем... Так, а что, как в гладиаторских боях можно оружие выбрать, нет? Вашими сердцами. И Свет, вестник хаоса, одолеет богиню. И Мау будет обречен целых 100 лет прозябать во тьме. А, да, видите, у нас такое постановочное оружие, понятно. Если помыслы чисты, богиня снизойдет к нам и защитит от хаоса и забвения. Так. Она начнет с собой! А кто за Исфета? Так, во-первых, парирование нам надо обязательно проверить. Ух ты, а я не могу его применить почему-то. Когда Исфет был мужем Маа, богини порядка. Однажды он сломал весы истины, а хотя бы и стал пожирать человеческие души. Слушайте, что-то дядя Байк вообще сегодня... Нет, что-то дядя не очень сегодня... Сехмет побеждает хаос! Видите, какая херня? Так. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Да. Его оружие пылает огнем Сехмет. Воитель Сехмет побеждает хаос. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Да все, все, хорош. Сехмет направляет. Что-то дядя не очень на самом деле. Сегодня очень-очень хорошо фуфилит. Не могу, видите, ребят. Сложный босс для меня. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Да, его оружие пылает огнем Сехмет. Да защитит нас Сехмет. Ух ты, говно какое, а. Воитель Сехмет побеждает хаос! Да! Его оружие пылает огнем Сехмет! Жесть! Сехмет направляет тебя! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Ее воин победит! Воитель Сехмет побеждает хаос! Надо аккуратнее, ребят, не проиграть. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Ой, да сражайся! Потому что он мне хороший вообще люлей отваливает. Ух ты, засранец какой, а. Сразу бьет при том. Ну, посмотрите, какой он здоровенный, а. Так,
кто тут за Сехмет, а кто за Извета? Угу. Так, ну чуть-чуть уже осталось. Поэтому нормально. Спасибо, что веришь в меня. На! Честно, для меня это было нелегко. Надо прокачать ты бой. Ты свиреп, как сама Сехмет, кровопийца. Этот жрец, судивший битву богини с Исфетом, удивил меня. Он сам выдумал эту легенду. Такое услышишь только в Эмау. Я был бы рад предложить тебе остаться, но понимаю, что тебя ждут дела. Перед уходом попрощаюсь с детьми. Давай, конечно. Тебе всегда будут рады в Эмау, если судьба тебя занесет к нам снова. Так, ну что там? А, да, смотрите, 800 единиц опыта. Хорошо, возьми маску и посох богини, знак нашего уважения. Костюм Сехмет, ух ты, клёвый, смотри. Как будто принц пенсии, серьезно, просто офигенно. Прошу прощения. Так, снаряжение, ну-ка, легендарный пустынная кобра. А, так это... Да, это пустынная кобра, сука. А если этот? Ну, разницы, то есть, никакой, как бы. Ну, этот сойдет тогда. Так, что я думаю, ребята? Во-первых, немножечко поохотиться, но это уже будет в следующей серии. Вы не переживайте, потому что эта следующая серия очень быстро выйдет. Вот, если вам нравится, что я марафон устраиваю, обязательно ставьте лайк. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья.